Все, один икс, все хорошо. Всем привет, это кулинарное шоу Гены Хляшкова и... Марила. На... Сейчас мы будем готовить сэндвич моему фирменному рецепту. Мне поможет моя сестра Маша. Начнем. Пауза. С чего мы начнем? Поставь на паузу, дальше мы ставим. Да, можно дальше вообще таймлапс включить. Тын-тын-тын, все будет так быстро происходить, понимаешь? Окей, я сейчас скажу ингредиенты. А, ну так говорим, я еще не выключал. Для начала мы должны разрезать булочку на два. Для начала ты должен показать ингредиенты. Для приготовления нам понадобится бекон. Бекон. Сыр. Яйца. Два яйца. Огурцы и соус по вкусу. Это был не бекон. Сыр забыли, по-моему. Сейчас будет таймлапс. Ну, пошли. Стой, таймлапс, стой, стой.